Жила-была старая коза. Было у нее 7 козлят. Она их так любила, как может любить своих детей только мать. Собралась она идти в лес, травы и веток принести на обед. Созвала она всех своих деток и предупредила, чтобы они опасались злого волка. Он часто прикидывается, но его сразу можно узнать по грубому голосу и по черным лапам. Козлятки все поняли и заверили матушку, что будут очень осторожны. Старая коза спокойно отправилась в путь. Прошло немного времени, вдруг кто-то постучал в дверь и закричал грубым голосом, чтобы козлята немедленно открыли. Но козлятки по грубому голосу поняли, что это был волк. Они ответили, что это не матушкин голос. У нее голос добрый и тонкий, а этот голос был очень грубым, а значит, это волк. Пошел тогда волк к купцу и купил себе большой кусок мела. Съел его, и стал у него голос тонкий. Вернулся назад, постучал в дверь и тоненьким голосом попросил, чтобы козлятки открыли. Положил волк лапу на окошко и ждет. А козлятки увидели ее и ответили, что у матушки лапы не черные, а белые, а значит, это волк. Побежал тогда волк в пекарню и попросил, чтобы дали ему немного теста. Помазал волк свою лапу тестом, подошел злодей в третий раз к двери, положил свою белую лапу на окошко и постучался. Увидели козлята, что лапа белая, и подумали, что это была их матушка. Отворили дверь, но перед ними стоял волк. Испугались они и начали разбегаться кто куда. Прыгнул один козленочек под стол, другой на кровать, третий на печку, четвертый в кухню, пятый в шкаф, шестой под умывальник, а седьмой спрятался в напольные часы. Но всех их нашел волк, разинул пасть и проглотил одного за другим. Одного только он не нашел, младшего, что спрятался в часах. Наевшись досыта, волк ушел. Растянулся на зеленом лужку под деревом и заснул. Пришла вскоре старая коза из лесу домой. Ах, что ж она там увидела? Дверь настежь раскрыта, стол, стулья, скамья прокинуты, умывальник разбит, подушки и одеяло с постели сброшены. Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла. Звала их по имени, но никто не отзывался. Подошла она к часам и раздался в ответ тоненький голосок младшего козленка. Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходил волк и всех съел. Как плакала коза за своими бедными деточками. Наконец вышла она из дому, а младший козленочек побежал за ней следом. Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, аж ветки дрожат. Оглядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе у него что-то шевелится и барахтается. Она догадалась, что это были ее деточки, и очень обрадовалась, что они были еще живы. Сказала она козленку побежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Затем ножницами коза надрезала волку брюхо, и оттуда высунул свою голову один козленочек. А затем и другие выскочили, все 6, и ничего с ними плохого не случилось. Вот уж радость-то была. Стали они обнимать свою матушку, скакать и танцевать. Затем старая коза сказала, что было бы неплохо проучить волка, пока он еще спит. Они натащили камней и засунули их волку в брюхо. Зашила старая коза ему брюхо, а тот ничего не заметил, даже ни разу не пошевелился. Выспался волк, поднялся на ноги и почувствовал в брюхе такую жажду, что решил напиться воды из колодца. Еле-еле подошел он к колодцу, наклонился к воде, и тяжелые камни потянули его на дно колодца. Видели это 7 козлят и стали на радостях плясать вместе со своей матушкой. Вот так они проучили злого волка. Жила-была маленькая девочка. Женился как-то ее богатый отец на злой мачехе. Поселилась она в доме со своими 2 дочерями. Были они лицом красивые и белые, но сердцем злые и жестокие.
И настало тогда тяжелое время для бедной девочки. Отобрали они у нее красивые платья, надели на нее старую рубаху и дали ей деревянные башмаки. С утра до самого позднего вечера заставляли ее исполнять черную работу, носить воду, топить печь, готовить еду, мыть посуду и стирать. А кроме того, сводные сестры всячески старались как бы посильнее ее огорчить. Насмехались над нею, высыпали горох и пшеницу в пепел, и ей приходилось сидеть и выбирать их оттуда. Вечером, когда она уставала от работы, ей приходилось ложиться спать не в постель, а на полу, рядом с печкой. И от того, что была она всегда в золе, в пыли и грязная, прозвали ее сестры Золушкой. Но вот случилось однажды, что король затеял пир, который должен был длиться целых 3 дня, и созвал на праздник всех красивых девушек страны, чтобы сын его мог выбрать себе невесту. Когда 2 названные сестры узнали о том, что им тоже можно явиться на пир, они мигом стали наряжаться и прихорашиваться. Золушка тоже хотела пойти потанцевать, но мачеха не отпустила ее, потому что у нее не было ни платья, ни туфель, да еще и грязная она. И тут же злая мачеха высыпала миску пшеницы в пепел и сказала, что если Золушка соберет ее за 2 часа, тогда может идти вместе с сестрами. Вышла Золушка в сад и заплакала. И тут прилетели 2 белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. Налетели они на пепел и начали клевать, и так выбрали все зернышки в мисочку. Не прошло и часу, как закончили они работу, и все улетели назад. Принесла Золушка мисочку своей мачехе, стала радоваться, думая, что ей можно будет идти на пир, но мачеха все равно не отпустила ее. Повернулась она спиной к Золушке и поспешила со своими 2 дочерьми на бал. Когда дома никого не осталось, села Золушка на пол и заплакала от горя. И тут прилетели 2 белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. И сбросили они платья и туфельки, блестящие и все в золоте. Надела она быстро это платье и явилась на смотрины. Увидели ее сводные сестры и мачеха и подумали, что это должно быть какая-то чужая королевна. Такая красивая была она в своем золотом платье. Им и в голову не приходило, что это Золушка. Вот вышел ей навстречу королевич, взял за руку, и стали они плясать. И так понравилась ему Золушка, что не хотел он танцевать ни с какой другой девушкой. Проплясала она до самого вечера и хотела уже домой возвращаться, но королевич попросил ее проводить. Ему хотелось узнать, чья эта девочка-красавица и где она живет. Но Золушка убежала от него и взобралась на голубятню. Королевич велел разрушить голубятню, но в ней никого не оказалось. И нигде рядом не мог он найти своей прекрасной незнакомки. Никто не мог догадаться, что Золушку спасли голуби, которые унесли ее домой. Огорчился королевич и пошел во дворец, опустив голову. И вдруг он увидел туфельку. Поднял ее. Она была такая маленькая и нарядная, и вся из чистого золота. Принц догадался, что когда Золушка от него убегала, то туфелька с ее левой ноги осталась на одной из ступенек. Обрадовался королевич и велел отыскать хозяйку этой туфельки, и кому она подойдет, на той он и женится. Вернулись родители с бала, видят, спит Золушка в своей рубахе на золе, и горит у печки тусклая лампочка. Обе сестры отправились в свои комнаты с надеждой, что завтра именно им повезет надеть золотую туфельку. На следующий день приехал королевич к их дому и сказал, чтобы выходили все, кто хочет примерить туфельку его будущей жены. Вышли 2 сестрицы, а Золушку мачеха заперла в доме и не выпускала. Примерила старшая сестра, мала туфелька. Примерила младшая сестра, велика туфелька. Хотел было уезжать принц, но Золушка вылезла из окна и выбежала к нему. Сняла она с ноги своей тяжелый деревянный башмак и надела туфельку, и пришлась она ей как раз в пору. Посмотрел королевич ей в глаза и узнал в ней ту самую красавицу-девушку, с которой он танцевал. Взял он Золушку, посадил на коня и ускакал с ней свадьбу играть.
А сестер и мачеху велел запереть в их домике и никогда их оттуда не выпускать. Вот так были они наказаны за свою злобу и обман.